Всем привет! Сегодня воюем против титанов, против немцев. Что там написали они? А хер знает, что написали. Пока тут цель еще жива, хочу сюда сходить. Как раз у меня нету ни бронерезов, ни никого. Идеальная команда против вот этой вот этой мадам. Так, бронерезов нет там? Бронерезов нету. Возьмем Рототоскара и сюда Байонга. Так, отряды ему сюда. 17, да? Все нормально. А, она же режет защиту. И она бафает, да? Ну ладно, тогда Мильдора возьмем. Тогда возьмем Мильдора. Ну, поляна неплохая. Сейчас сообразим, как ее лучше собрать. Вот снизу слева, да, можно собрать одну тройку зеленую, другую желтую. А можно красненькие поднять. И тогда соберутся две. Это улетит наверх. Да, давайте так и сделаем, потому что я потом смогу по центру вверх поднимать. Все улетело тут наверх по троечке. Наверх по троечке соберем вот здесь. Но если ультует, то давайте ее собирать. Больше урона пронесем. Ну, вообще шикарно. Так, у нас тут уклонисты в углу. В принципе, оборона не страшная. Ну, самый страшный это Лепус у нас. Лепус сейчас вынесем по срезам. Тысяча. Да, вынесем. Вот, блин, не хватило. Не хватило. Нам хватит тут? Да, хватило нам. Ох, как идеально-то зашли. Хилимся. И все, камушка нету больше, да?
Давайте его добьем, чтобы не мешал. И будем соберем по центру. Сейчас он кого-то, наверное, шотнет. Угу. Подхилимся. И будем его убивать. Будем убивать его. Заодно прокрутим поле. Ну, можно еще раз, пусть он еще раз бьет. Тысячу сандалин. Ну да, так-то он бьет. Даже неплохо. Кстати, на стрелах играем. Играем мы на стрелах. Так, кого будем выносить? Его. Давайте сюда ударим. А, по уклонению, да? Ну ладно, тогда сюда. Давайте я расскажу, куда я делся. Ну, после того, как Олег ушел, мы отыграли войну с этими, с ВЛом. Как они там ВЛ-то назывались? И у меня там температура поднялась, какой-то вирус ходит непонятный. Дочь болела. И что-то я в таких расстройствах был, что ну, мне я вдруг понял, что я, в принципе, и в этой игре достиг всего. Что я своими командами в легкую могу убиться там с топ-10. И для меня это проблем не создает. Вот об эту команду в прошлый раз. Вообще об нее я в прошлый раз разбился. Давайте сюда сходим. На хульду. На хульду мы, на хульду. Так, ну сналь, давай в угол. И это вот так вот возьмем Сартану. В прошлый раз собрала, она нехило там раздавала. И сейчас я в данный момент вообще мало в игру играю. Так, по отрядам у нас сюда. Вот так вот, сюда, вот так вот. Да, правильно? Слепота, горелка есть, да? Ну, они по углам. Зарядка. Все, поехали. И что-то я, ну реально мне это, остыл к игре. Так, поле у нас тут красное какое, желтое. Тюля. Что тебе тут надеть? Чё, открыть? Сейчас, погоди. Принеси и открой. Угу. Ко мне в комнату. Так, а как тут играть-то будем? Соберу я четверку.
Она ничего не даст. Да, одни желтые сплошные. Это залив. Так, ворот еще у них будет, у нее будет два хода, да, у ворота. Нас там уже жарят. Жарят, мы сейчас отхилимся, наверное. А у нас не хватит на отхил. На уле. Ладно, закрываемся. Блин, Кади снова будет ультовать. Два хода у воротов. Давайте ее раз активируем заново. Сможем переждать мы. Блин, так. Два хода у ворота и только бьет Хульда. Значит, нам надо подождать Хульду и потом ультовать. Но так, лучше нам хильнуться, а не жадничать. Я хильнусь. Два хода, да, пождать надо, подождать. Ох, как я... Ой-ой-ой-ой-ой. Один ход надо подождать. Все, да? Все. Так, а это уклонист. Это давайте нам вот сюда будем бить. Пусть распространяется сразу яд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Сейчас слепота пойдет, да? Блин, слепота пойдет. Блин, знал бы, ударил бы в этого Джеки Чана.
Ну, в принципе, все получилось неплохо. Все получилось даже очень неплохо. Даже пусть она ударит. Пусть она бьет. Добью? Я промахнулся. Ладно. Поможем быстрее могиле умереть. А нам тут нельзя. А, ладно, можно уже все. Вот сволочь. Смотрите, какая планистка. А ну все, догорело. Догорело. Кто тут по центру был? Ханна. Так. Морель, Черч, Темный Властелин. Ну, пойдемте, хорошо, сюда. Согласен. Хорошо, пойдем сюда. Фога возьмем. Титаха возьмем. Дендра возьмем. Потом Мист возьмем. И Алмура. Алмуру 17, ей 23. План заткнуть, убить. Хотя тут можно было бы и взять другую команду. Да не, давайте попробуем, нормально. Ну, тут нам поляну дали. Тут нам поляну дали. Четыре. Четыре. Ах, я профукал. Ну ладно, я тут хотел, чтобы желтые собрали слева. Это 5, 6, 7, 8. Сейчас у меня будет... Я 4 собрал, 5, 6, 7, 8. На титаха не хватает, да, одного камушка? На титаха не хватает. Все. Ой, как он идеально-то ударил, ребята. Ударил прям идеально. Вообще-то мы его по двумя срезами сейчас можем убить. Вот так вот. А, чуть-чуть не хватило. Ладно, не хватило чуть-чуть. Вообще это очень шикарная команда. Просто своими затыками
расконтроливает все поле. Давайте похилимся. Она сейчас, наверное, умрет. Фок. Фок умер. Долго заряжался как-то у нас чер с Одином в углу. И давайте еще вот так вот. Ну, мы что, ждать не будем, пока чер спадет. Они сейчас тыкать начнут. Мы сейчас похилимся. Ну все, разобрались. Так, тут у нас Морель Элизабет Фрея, да, два среза. Два среза. О, у него вручение какого-то. Поздравить надо. Так, там у нас есть дырки, да? И вот такая вот изи команда. Изи команда. Нам, конечно же, изи не надо, нам надо сюда сходить. А кого сюда брать будем? Миньончика взять или взять зеленую, желтую команду. Желтую команду взять. Там есть и у меня и срез. Давайте, наверное, ей сходим. Вот так вот сходим. Так, по отрядам все ровненько. Пинги Кирилл. Кирилл, если что, будет резать атаку. Дендер будет против среза. План набрать зеленых, желтых. Заблочить. Все, поехали. Вот там на меня напали. Мы играем на синих и желтых. Желтых 4 я вижу. Ну, соберу я четверку, да, что дальше? Все. Дальше у меня останется 1, 2, 3 камня. 1, 2, 3, 6, 7. 7 на поле. Если я красный вверх подниму. Или справа подниму, да? Справа. Все фигня. Глухота, ну давайте черку собирать. Мы поищем. Поискали хорошо. Сейчас будет срез у нас. Срез, и мы его оттуда берем.
Ну, правый вынесем. Там добитый был. И нам нужны синенькие. Первая тройка была синеньких. Первая тройка пошла. Все нормально. В Кирилла, да? Ну да, зачем нам Кирилл? Блин. Ладно, будем сюда бить. Жалко, Кирилла убили. Ну окей. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько? 970. Рисковать не буду. Ударим сюда. По 800. Давайте хильнемся, еще раз зарядимся. Еще раз зарядимся. Еще раз зарядимся. Все. Так, у меня там что, меня убили, да? Ну ладно. Убили, так убили. У меня остался тапок Севелин. Можно с синими сходить, да? Ну ладно, тапок Севелин, так Севелин, пойдемте. Севелин сходим. Сюда 23-й, 17-й, вот так вот. Правильно, все. Диалчан, правда, тут будет воровать по-жесткому. 16 здоровья, ну не такие жирные. Пробуем. Ну да, тут сейчас будем мега прокрутку делать. У нас три зеленых всего на поле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, жалко, это не три желтых было в команде.
У нас собрано 4 зеленых. Закрываемся. Интересно, они там своруют или нет? Он своровал другое. Блин, нету зеленых, одни желтые. Куча миньонов. Так, насмешка еще два хода. Красных нету, хорошо, мы сейчас переживаем еще. О, вот я нашел еще троечку. Да, тут игра в терпилово будет. Сейчас будем терпеть жестко. Поехали эти ворочки. Хиляемся. Надо снова закрываться. Прихода у воротов. А предлагаю прокидывать в левый фланг. Да я вот так вот прям взорву, чтобы лордира добрать. А, ну да, не добрал, да, я там поспешил. Раз урон. Еще два хода надо потусить. Раз урон, да? Давайте так вот, два. И сейчас будет три. Ага, у меня спала защита. И еще один ход у... Вот еще один надо подождать. Вот так вот я... Ничего не полетит? Нет, не полетело. Все. Фух, мы дождали. Ох, ни хрена себе, ребята. Таунта своровали. Два хода это очень много. Вот я раз ход сделаю, и Ханитра снова зарядится. Она снова зарядится. И это... Ой, блин, ребята, Ханитра зарядится, и снова я ничего не смогу сделать. Да, проиграл я тут. А, сейчас и там все воруется, все уклонения воруются, короче. Там и
Отворуется уклонение Маргарет. Да я уже просто не так докидаю камней, я уже не хочу думать в пизду. Сиди тут париться. Всю игру не было это желтых. Ой, желтых. Все игры желтые были, зеленых не было. А потом в самый нужный момент. Бля, вообще тут нет, вообще голяк. Ну что тут собирать тут? В самый нужный момент таун своровали. Когда я перетерпел все. Смотрите, всякая хуйня летит, реально, всякая хуйня. Красный, фиолетовый улетает, зеленых вообще нету. Реально, всякий шлак летит. Брат, давай, улетай. Вот, сука, не умер, смотрите. Хотя бы дырочку сделаем, чтобы полегче было играть. Наверное, выходить надо. Что дьявол Чан сейчас будет хилиться. Здесь я никак не смогу еще подбить. Ну ладно, добьем, хоть не добивать там двух коллег. Двух коллег не добивать. Ну пойдем синими тогда. Какие, даже пока не знаю, каких синих взять. Так вот возьму. Если будут миньоны, я их съем. Да, чуть-чуть не добрали красного. Вот так я смог красный, да, поднять? Да, ну да, почти. Так, вносим ее, чтобы она нам не создавала геморроя. Ну ладно, пусть она там включит танец, но он не страшен. Мы пока пособираем камушек. Тюля. Кузю порисовать. Сейчас. Пойдем. Здесь положить? Ага. Ложи сама.
Ох, смотрите, не добили. Немного не хватило нам. Не хватило нам немного. Да, неожиданно разбился на Дяо Чань. Ну да. Ну, игра всегда подкидывает нам гадости. Все, свои 250 мы сделали. Валерия сделала 6 шотов. Молодец. И я пока с Андреем. Леонид, да, сегодня, видимо, 2 раза разбился. Так, остальные уже закончили. Ну, ребят, с такими очками мы пролетим. Где у нас Денис? Блин, хрен найдешь. У него тоже. О, ребята, мы-то проиграем. Смотрите, у них-то ровненько они набивают. А мы там 100 всего. Камня нету, игра говно. Там руки и крюки, ноги доги. Чист, чист сколько набил. Тоже рандомный игрок. Он то хорошо бьет, то плохо бьет. Да. Так, ну, короче, мы пролетели тут, да? Анатолий, который набрал 160 днем рождения. А Ксноль вообще были тут у нас? Надо посмотреть, Ксноль были у нас тут или нет? Где у нас чат? Так, у нас был раз Ксноль. Два, три, четыре, пять. Пять ксноль было, ребят. Пять ксноль. Вот это вообще изи катка. Не знаю, просто бери и убивай всех. Кстати, против собаки очень хорошо Кирилл костюм заходит. Я на одной войне позапрошлой, по-моему. А против этого, против Вэлла мы играли. Я там в контрил жестко Кириллом. Я думаю, что против собаки это единственная контра безопасная, которая максимально снижает урон, и можно переезжать такие команды вместе с собакой. А все остальное против него ничего не работает. Ну вот, мы повоевали сколько времени. Быстренько повоевали сегодня. Скорее всего, пролетим с такими очками. Сколько у них, посмотрим. 56. Хотя они сюда не тоже мало набили. 56 это у них... Максимум там 3000, да? Ну, не 3000, меньше. 2500. Это будет 2600. Ну, 6500 могут набить. А мы там, мы хер его знает. В общем, такие вот делишки. Я пока сегодня хорошо отвоевал. В субботу времени не было, сами видели. Воевал, как все воюют, которые приходят за час. В принципе, на это ролике был рассчитан. Это война. И, ну, пока коплю ресурсы на ГМ сентября. И чилю, да, чилю, отдыхаю. Вот. Все, всем спасибо. Ну вот и закончилась война. Мы проиграли. Как я и предсказывал.
Мы проиграли. Ну, я говорил, на 6500 они набьют. Они набили 6300. Мы набили 6200. Давайте посмотрим на итоговую таблицу. Так, у нас два шестишотника. Юрец и Валерия. Но Big Fun тоже там около них. Так, тут у нас 5+. Давайте вниз посмотрим, что у нас по низу. Александр у нас, добро и зло, убийца карася. Денис, Леголас, странник, чист. Кузьмич, короче, смотрите, ну я не сказал бы, что у нас игроки, которые плохо играют на дне. Наоборот, у нас игроки, которые хорошо играют на дне. Почему-то. Сегодня они дно пробивали прям. Видимо, жара сказывается в Европе, там, в России. Голову печет. Поэтому плохо отвоевали. Вот так вот. Такая итоговая таблица. Шестишотников поздравляем. Обороны были несложные. В принципе, все. До следующей войны.